В Крыму в лагере «Артек» состоялась торжественная церемония закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в старших классах. В этом году в старший финал пробились 1500 ребят со всей страны. 600 из них стали победителями, трое из них – ямальцы. Всего в финале 8 северян. В церемонии закрытия принял участие губернатор округа Дмитрий Артюхов. Уже по традиции, приветствуя финалистов и победителей, губернатор округа пригласил их на Ямал. Знаете, благодаря «Большой перемене» вы много ездите по стране. У нас замечательная программа, когда вы проезжаете по железной дороге от нашего края до края. Я очень хочу, чтобы вы также познакомились с нашим севером. Ребята в этом году ездили на Ямал. Увидели, где добывается энергия, как ледоколы ломают льды Северного Ледовитого океана. И я обязательно приглашаю всех вас, мы еще больше ребят свозим на Ямал, чтобы вы смогли увидеть, как же прекрасна наша страна. Экскурсионная поездка состоится весной 2023 года на Ямбургское месторождение. В нее отправятся 100 ребят. Для этого участникам «Большой перемены» предстоит пройти отбор.